Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости «Анапа регион», в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Сегодня мы можем констатировать, что Анапа другая. Анапа уже уютная, гостеприимная. Другая Анапа, другие возможности. Губернатор Кубани дал высокую оценку подготовке курорта к летнему сезону. У нас работает 12 площадок в этот день. Площадки, они все разнообразные. Новое культурное событие в Анапе. Что готовит для анапчан и гостей курорта масштабный фестиваль «Античное наследие России». Главное для вокалиста – это желание чего-то достичь в своей жизни, достичь своих целей, достигать. Движение вверх. Анапская вокалистка принесла городу еще одну победу и на достигнутом останавливаться не намерена. Высокую оценку готовности анапских служб к курортному сезону дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В Анапе состоялось выездное заседание постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии. Перед началом совещания губернатор вместе с главой Анапы Юрием Поляковым проинспектировал центральный пляж, а также оценил возможности санаторно-курортного комплекса. Подробности в репортаже наших коллег с «Кубань-24». Отдыхающие на пляжах Анапы сегодня делятся на две категории. Те, кто пришел полюбоваться видами моря, и те, кто уже готов принимать солнечные ванны. И это несмотря на то, что официально курортный сезон еще не начался. На набережной туристы со всей страны, ведь приезжают сюда традиционно целыми семьями. Это для местных вода еще холодная, а среди отдыхающих уже нашлись смельчаки, чтобы покорить волны Черного моря. Прохладно, но бодрит, свежит. И если надо, значит надо. Мы такие люди. А вы сами откуда? Из Москвы. А в Анапе часто отдыхаете? Третий раз. Вы не представляете, какое впечатление не только вот от моря, но и от города, в котором живут люди. Во-первых, что нравится, это вот чистота и порядок. Чистоту и порядок на центральном пляже отметил и Вениамин Кондратьев. Глава региона специально приехал в Анапу, чтобы проверить, насколько курорт готов к началу сезона. Ведь еще прошлым летом к состоянию территории у губернатора были претензии. Сегодня изменения, как говорится, налицо. За проделанную работу Вениамин Кондратьев благодарит мэра Анапы, который заступил на свою должность полгода назад. Где мы сейчас были, где мы проехали, что я посмотрел. На самом деле просто есть хозяин и есть порядок. Есть комфорт, который в городе появился, уют, который вы создаете. Конечно, в первую очередь это и для горожан, ну и, конечно, для многомиллионных гостей, отдыхающих Анапы. Вот сегодня мы можем констатировать, что Анапа другая, Анапа уже уютная, гостеприимная и, я уверен, милая сердцу. И сюда много-много-много еще раз те, кто уже отдохнет в этом сезоне, в прошлых сезонах, они достаточно вернутся. А это единственный в Анапе отель, который работает по системе «Все включено». Сейчас тут наводит последний марафет в номерах. С 11 июня уже забронировано почти 3 этажа. Ждут здесь не только туристов. На время чемпионата мира по футболу тут разместится сборная Дании. В отеле специально пришлось докупить мебель и жесткие матрасы. А наши кубанские повара разработали меню для иностранных гостей. Они выбрали наш отель. И им очень понравилась наша кухня, то, как мы приготавливаем, и сказали, что лучше они не найдут. Высокий уровень сервиса с порога замечает и Вениамин Кондратьев. Это не просто отдельно стоящая гостиница, а современный парк отелей со своей зоной отдыха. Впечатлениями с губернатором делятся и сами постояльцы. Вот мы второй раз приезжаем, очень довольны. Мы были осенью. Цены приемлемые. У нас очень много отелей за такую же стоимость, но качество с уровнем поуже. Сервиса намного, да, в разы. Соотношение цены и качества вот идеально. Это то, что мы сегодня должны максимально добиваться в целом на побережье, на нашем. Да. Вот в чем вопрос. Если было бы больше таких у нас мест, я думаю, у нас бы и туризм был намного более развит, чем сейчас. Внутри главе региона показывают номера, которые подготовили для футболистов. Для руководства отеля предстоящий мундиаль – своего рода экзамен. После него тут планируют принимать еще больше гостей. Рядом инвестор строит еще 2 корпуса. Соглашение было подписано буквально несколько месяцев назад на сочинском форуме. Вот мы подписали соглашение в феврале. Сегодня уже 100 миллионов инвестировали. Уже идет полное строительство. Ну, если там вот будет такое же качество, как это здесь, будет выше. Там будет лучше. Ну, коллеги, о чем мы говорим? Только вот при таких обстоятельствах, когда мы строим такие современнейшие отели, комфортные отели,
доступные по цене. Мы не только сохраним количество туристов, которые приезжают в наш край, мы и увеличим, кратно отдыхающих, создавая условия, доступные условия для качественного, комфортного отдыха и жителей края, и жителей, конечно, страны. А вот то, что сейчас я вижу, ну, мы к этому не только стремимся, мы это уже реализуем. Уже начали. Вот, в 2020 году уже первые отдыхающие. Коллеги, лучше любых отчетов. Мы сейчас стоим уже в готовом, где сборная Дании будет проживать, где сегодняшние отдыхающие уже проживают. А это есть экономика. Коллеги, все, что мы делаем, это наша экономика. Важность конкретных дел, а не пустых отчетов, губернатор Кубани подчеркнул и на краевом совбезе, который прошел в городском театре Анапы. Главный вопрос – безопасность отдыхающих и местных жителей во время курортного сезона. До начала курортного сезона осталось меньше месяца. Однако еще не все объекты размещения прошли проверку и получили паспорта антитеррористической защищенности. Губернатор поручил усилить работу в этом направлении. Без должного обеспечения безопасности отели и гостиницы не должны принимать туристов. До 1 июня совместно с заинтересованными ведомствами, которые указаны в постановлении правительства, главами муниципальных образований, эту работу необходимо завершить по выдаче паспортов безопасности, антитеррористической защищенности. В противном случае ни один из них работать не должен. Коллеги, я понимаю, что сезон, я понимаю, что каждый день кормят, но еще раз подчеркиваю, что давайте вместе с пониманием, что это бизнес, нести и социальную ответственность перед отдыхающими не только со всего края, но и со всей страны. Обращаем внимание на результативность проведенных проверок и, самое главное, на принятие мер к устранению выявленных нарушений. Закрыть при грубом нарушении, да, нужно будет на самом деле, но еще лучше организовать достойный отдых. Это самая главная задача вообще-то наша. Поэтому принимать самые жесткие меры к нарушителям, принимать самые жесткие меры к тем, кто сегодня не справляется своими обязанностями, должна чувствоваться ответственность. Не будет ответственности, не будет контроля и спроса, у нас так и будет все продолжаться. Успеть к сезону должны и дорожники. Ремонтные работы на автомагистралях края в летний период проводиться не будут. Безопасность на воде – еще один важный вопрос. Несчастные случаи часто происходят в водоемах, не предназначенных для купания. Не на всех реках и озерах есть обустроенные пляжи, а запрещающие таблички не останавливают желающих освежиться в 40-градусную жару. Губернатор поручает главам районов взять вопрос на контроль. Лето есть лето, и на селе тоже это лето. И там, конечно, купаться запретить невозможно. Может, таблички понаставить везде, но это не решение. Решение тогда, когда мы создадим условия для того, чтобы вот там запрещаем, но вот здесь организованное купание. Пожалуйста, приходите и купайтесь. Это будет правильно. Вот эта задача сегодня глав муниципальных образований. Для Краснодарского края курортный сезон 2018 станет особенным. Ведь этим летом, кроме многочисленных туристов, в край приедут футбольные болельщики и участники чемпионата мира. Задача, чтобы у каждого из них от Кубани остались только положительные впечатления. Глава Анапы дал поручение управлению архитектуры готовить на сессии Совета изменения в генеральный план. Изменилось градостроительное и земельное законодательство. Надо приводить в соответствие генплан. Этот вопрос Юрий Поляков поднял сегодня на очередном заседании сессии Совета. На повестке дня вопрос строительства здания офиса врача общей практики в хуторе Чекон. В правила землепользования и застройки архитектура предложила внести изменения, которые дадут возможность начать социальную стройку. Депутаты проголосовали «за». А глава Анапы отметил, в связи с изменениями в градостроительном и земельном законодательстве, а также обращениями анапчан-правообладателей земельных участков, в генеральный план необходимо внести изменения и рекомендовал архитектуре не ждать, а дать ход этой важной работе. Наведение порядка в градостроительной политике – одна из составляющих большой работы. Только вместе, если захотите навести порядок, только вместе, вместе с депутатами, вместе с руководителями, вместе с бизнесменами, вместе с жителями можно в городе навести порядок. Если найдется категория людей, которые этого не захотят, они будут делать все для того, чтобы здесь был беспорядок. А нам нужен порядок. Оценка губернатора Кубани, прозвучавшая на совбезе, дана всему муниципалитету, подчеркнул глава города и призвал депутатский корпус к дальнейшей плодотворной работе. Анапские волонтеры продолжают готовиться к чемпионату мира по футболу, который стартует уже 14 июня. На очередном собрании добровольцы обсудили ряд организационных вопросов, а также вспомнили правила оказания первой медицинской помощи и противопожарной безопасности.
Урок по безопасности общественным помощникам преподают сотрудники пожарной охраны и территориального отдела Роспотребнадзора. Что делать при возгорании, как оказать первую медицинскую помощь? Основу безопасности должен знать каждый волонтер. Когда огромное количество людей у нас на какой-то территории, то понятное дело, что это обязательно оказание первой медицинской помощи должны понимать, потому что у нас много будет болельщиков, я уверена, на открытой тренировке. Конечно, должны понимать, как работать. На всякий случай с людьми в нетрезвом состоянии, с людьми очень конфликтными. Поэтому мы, конечно, должны это предупредить, понимать, как себя правильно вести. И, конечно же, они должны знать, как реагировать, кому звонить. Мы все вот эти важные телефоны, все группы быстрого реагирования, мы должны, конечно, с ними изучить. Потому что такие ситуации, пусть они не возникают, но вдруг, мало ли, мы должны быть готовы ко всему. В команде волонтеров есть и люди, напрямую связанные с медициной. Некоторые учатся в медицинских училищах. Они также делятся знаниями с коллегами. Первое. Нужно это вообще сказать кому-то из взрослых окружающих, получается, или специалисты, которые будут рядом, ну, или через третье лицо вызвать скорую помощь, сказать бригаде то, что человеку плохо. Но это надо не самому, а желательно через второе, третье лицо, чтобы человеком, которому стало плохо, кто-то остался, чтобы он был не один. До 30 мая запланировано еще 3 встречи. В период чемпионата мира волонтеры будут работать на информационных точках и в местах массового скопления людей. Анапа из космоса. Специально к фестивалю «Античное наследие России» экипаж 55-й МКС сделал снимки городов, которые будут принимать это масштабное культурное мероприятие. С орбиты запечатлены Анапа, Геленджик, Новороссийск, станица Тамань и поселок Синой. Уникальные снимки разместят на одной из площадок фестиваля. В Анапе он пройдет 10 июня в рамках открытия курортного сезона. Основные мероприятия развернутся в археологическом музее Гаргипия. Организаторы обещают, будет зрелищно и интересно. У нас работает 12 площадок в этот день. Площадки, они все разнообразные. У нас проходят и гастрономические мероприятия. Это фестиваль греческой кухни и виноделия. У нас проходит масштабная культурная программа на двух площадках. Как в районе Родины, на Театральной площади, так и в районе администрации у нас будет также проходить мероприятия, которые будут открывать фестиваль. Мы устраиваем как бесплатные пешеходные экскурсии для наших отдыхающих. Также мы предлагаем всем нашим гостям посетить наши уникальные гастрономические площадки. Это объекты агротуризма. Подворье Старого Грека, винодельня Карикизиди. Очень колоритные объекты, где можно познакомиться с греческим виноделием и отведать греческую кухню. И также замечательно провести время, узнать немножко о становлении, в принципе, Древней Греции. Новые высоты покоряют юные артисты Анапы. Одна из ярких побед – золотая медаль на Дельфийских играх во Владивостоке. Награду завоевала солистка образцового художественного коллектива эстрадной песни «Акварель» Софья Бейман. Наши корреспонденты побывали на одной из репетиций ансамбля в Доме культуры молодежной. Золото всероссийского конкурса – серьезная ступень вокального мастерства. В Дельфийских играх приняли участие почти 2000 человек из разных регионов России. Завоевать престижную награду в номинации «Эстрадное пение», по словам юной вокалистки, помогли упорство и вера в свои силы. Долго готовилась к этому и морально, и еще и вокалом, и так далее. То есть, конечно, было сильное, ну, было много занятий, была подготовка. Не просто так все происходит в жизни. И, как всегда, вот настраивалась только, конечно, на лучшее, на победу. Без этого никак. Как признается Софья, участие и победы в конкурсах помогли ей вывести свою формулу успеха. Главное для вокалиста – это желание чего-то достичь в своей жизни, достичь своих целей, достигать их. И также работа. То есть без этого никуда. Желание, работа – это две самые, я считаю, главные вещи, которые вот и помогают артисту. И, конечно, помогают добиться высот наставления мудрого и чуткого педагога. Елена Остапенко, руководитель ансамбля «Акварель», взрастила уже не одно поколение ярких звездочек. Пока они работают, они двигаются. То есть вот пока ребенок занимается, пока он чего-то хочет, пока он добивается, он растет. Без выступлений, без вот этих борьбы на конкурсе роста не будет. Они учатся у друг друга. Недавно ансамбль отметил 10-летний юбилей. На своих достижениях здесь останавливаться не собираются. В планах покорения новых вершин, участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах. Причем не только со старшими участниками коллектива, но и самыми юными артистами, дошкольниками. Никита Бойко, Ирина Меркурьева, Роман Беркалиев, Анапа регион.
Попробовать Кубань на вкус. Ателье вина «Браудерсо» провело дегустацию вин усадьбы «Дивноморская», виноградники которой произрастают в уникальном терруаре в самой южной части Краснодарского края в районе Геленджика. О винной культуре и производстве одного из лучших вин Кубани – узнали наши корреспонденты. Ателье вина «Абрау-Дюрсо», недавно открывшееся в Анапе, выводит винную культуру на новый уровень. Оценить качество продукции виноделин как Краснодарского края, так и Ростовской области, входящих в группу компаний «Абрау-Дюрсо», можно на презентациях, которые здесь планируется проводить регулярно. Дегустационный сезон открыли с презентацией игристых и тихих вин усадьбы «Дивноморская». Наша компания образована в 2009 году, и в 2010 году мы уже высадили 27 гектар. Это была историческая зона для виноградарства в селе Дивноморском Геленджикского района. У нас сейчас уже есть достаточно интересный ассортимент, чтобы привлечь самого изысканного потребителя. Но работа постоянно ведется и появляются, и есть идеи над новыми позициями. Три кита, на которых строится работа винодельни – это уникальность природного ландшафта для выращивания лучших сортов винограда, современное технологическое оборудование и интернациональная профессиональная команда. И, как признается энолог винодельни, нет вин лучше или хуже, нужно просто найти свое. Как раз для этого и устраивают подобные презентации. Мне очень было интересно, как рассказывают о винах. Я для себя очень много интересного почерпнула и хочу сказать, что этим прям нужно интересоваться, заниматься, это прям целое искусство. Гастрономическое сопровождение, устрицы и сыры собственной экологической фермы «Абрау-Дюрсо». Представители ресторанного бизнеса отмечают высокий уровень организации. Такие мероприятия для Анапы в новинку, однако они полезны как для производителей и потребителей, так и для партнеров. Открытие бутика «Абрау-Дюрсо» в Анапе – это важнейшая веха в развитии винной культуры в этом городе. Для меня, как для ресторатора, такие мероприятия, конечно же, очень нужны и интересны, потому что именно на них люди могут попробовать эти вина, понять, что они им нравятся, и в итоге заказать их у нас. В ближайших планах проведение презентации вина «Абрау-Дюрсо» и русского икорного дома, продукция которого также представлена здесь. Ателье вина находится по адресу проспект Революции, 3. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария» – это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 18 мая в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса, ночью прохладнее, 18 выше 0. Ветер южный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь», предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaperegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.